Но мы решили спросить у кировчан, по каким критериям они выбирают гостиницы, и запустили опрос в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ». И вот результаты. 41% опрошенных посчитали, что в гостинице самое важное – это замечательный сервис. 35% голосов было отдано за вариант «чистое и уютное». И по 12% набрали критерии «недорогая» и «должна размещаться рядом с достопримечательностями». Но другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Пятизвездочная, чтобы там ванна, туалет был, чистенько было, уютненько, прекрасненько. Ну вот в Кирове вы нашли такую гостиницу? В Кирове мы живем у родственников, ездим сюда 25 лет. Ну отвечают как минимум 4 звездам, это уже хорошее. А какие, может быть, дополнительные какие-то сервисы? Ну, где я бывал, сервис у меня вполне устраивал. Все, что есть. Бар, ресторан. Естественно, сауна, скажем, танцпол. Ну, там, где хороший персонал, все на высоте, сервис. Уютный, комфортный. А что в ней должно быть? Хороший интерьер, хорошая мебель, персонал. Не знаю, которая подешевле, наверное. Где должно быть мне нравиться? А что, какие могут быть условия? Тишина, покой. Солнце, море за окном. Хорошая гостиница, ну, как, знаете, говорят, недорогой и комфортный. Мне кажется, она должна быть красивой визуально. Также, чтобы там были все удобства. То есть там и кровать, и красивый вид еще из окна. А, возможно, какие-то такие добавочные элементы в плане сервиса. То есть, например, предложить там бутылку шампанского к заселению. Что еще? Ну, просто чтобы было комфортно.